Доброго времени суток, продолжаем снимать обзоры на еду и напитки. Вновь у нас энергетики, сегодня у нас на обзоре Energetic Drive Me Bubble Blast. Так полагаю, со вкусом жвачки. Давайте разбираться, объем 0,49, покупался за 80 рублей. В общем-то недорого, Drive Me бренд довольно давний, энергетиков, менялся дизайн. В последнее время добавились очень много вкусов, но они стали химозны на послоселях, то есть не сильно заходят. Итак, давайте разбирать, что он из себя представляет. Здесь у нас написано кофеин, таурин, витамины. Дизайн прикольный. Итак, состав у нас входит следующий. Сахар, лимонная кислота, стратнат-3 замещенный, яблочная кислота, ароматизаторы, таурин, кофеин, сорбат калия, бензоат натрия, подсластители сукралоза, сурфам калия, стабилизаторы пектины, гумиарабик, эфир, глицерин, смолянок кислот, полифосфат натрия, инозит, витамины группы Б, аскорбиновая кислота, краситель красный, очаровательный, в общем-то и все. Поскольку сахар и подсластитель у нас понижены калорийность, на стоимость напитка у нас 18 килокалорий, 4-3 грамма углевода в виде сахаров. Производится на разных заводах в зависимости от вашего региона. Ну что, давайте попробуем. Пахнет жвачкой, в общем-то на вкус то же самое. Ну, такая химозная жвачка, поскольку присутствуют подсластители. На постоянку точно не зайдет. Вот очень химозный вкус, как такая конфета, как жвачка. В принципе, сам баблгам по себе прикольный. Вот, но очень довольно химозненький, скажем так. В принципе, идет неплохо, но опять же, на постоянку я бы не взял. Исключительно иногда пить можно. Ну такое, ребята, он бюджетный, энергетик стандартный, кофеин, таурин, пониженная калорийность, но довольно химозненький. К сожалению, все вот эти вкусы Drive Me очень химозные. Даже не знаю, что поставить, сейчас еще попью и позже включусь. Ну что, ребята, идет так себе, честно говоря, не очень, сейчас перейду на другую локацию вот, и поставлю финальную оценочку. Погнали. Ну что могу сказать, в принципе готов сделать оценку, вот. Пить можно, но довольно химозненький, вот. Скажем так, иногда в исключительных целях. Я поставлю 2 балла из 5, двойку, ну слишком химозно, единственный плюс низкая цена. Поэтому на этом все, до новых встреч, увидимся, пока.